Когда я в Москве, я хожу всегда в определенный джим к определенным тренерам, с которыми уже занимаюсь несколько лет, которые знают, в принципе, особенности моего строения, организма, фигуры, настроения. И занимаюсь пилатесом с тренером и, не знаю, как правильно назвать, такой станционно-силовой кардио-тренировкой. Преимущество боксерской тренировки именно в том, что мы задействуем максимальное количество групп мышц и максимальное количество нейромышечных связей, что позволяет нам активно включать процессы жиросжигания, то есть липолиза. Мы не делаем акцент на какую-то определенную группу мышц, потому что главное в этом деле не перекачаться, чтобы было все в меру. Боксерская тренировка – это всегда интерактивно, то есть это всегда что-то новое. То есть здесь невозможно привыкнуть к какой-то одной комбинации, потому что будут и другие. Тренировка проходит на позитиве, со смехом. Самое главное, что это именно вот позитивные эмоции. Она включает в себя все, что, в принципе, нужно для девушки, для женщины. Да? Это и, скажем, верх, плечи, спина, пресс, ноги, то есть на все части тела. Стараюсь всегда совмещать и такой здоровый образ жизни, тренировки, и работу, гастроли, съемки и так далее. Конечно, должен думать и о своем режиме, и о питании. Концерт заканчивается поздно, надо что-то такое белковое съесть. Перед концертом наоборот, что-то легкое, овощное, там, гречневую кашу. А когда выходные, конечно, я могу себе позволить все, что угодно. Потому что знаю, что потом могу собраться, взять волю в кулак и потренироваться.